суток, очередная бандероль из Китая. По ощущениям, это Xiaomi Mi Band. Да, так и есть две коробочки, Xiaomi Mi Band 1S должна быть модель. Так, добирались они сюда больше месяца. Заказывал на сайте GearBest. Удивительное удивление, почему-то не положили свою визитку. Опять же, забиралась сюда по Китаю, отслеживалась, по Украине не отслеживалась. Ну, вот так вот стандартно выглядит. Ремешок. И здесь зарядный. Все стандартно, все, ничего. И, естественно, инструкция на китайском. Так, заказывал эти браслеты я по 12,5 долларов каждый, со скидками, с там под какой-то акцией, плюс использовал свои бонусы. Добиралась сюда больше месяц. Как видим, дата запаковки 31 мая 2016 года. Вот с того момента оно и добирается. Заказ был сделан на сайте GearBest. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо, всем пока.